Баклажаны больше не жарим. Этот рецепт в разы проще и быстрее. Баклажан нарезаем кольцами средней толщины. Помидор также нарезаем кольцами приблизительно такого же размера. А вот моцареллу не рекомендую нарезать толстыми слайсами. Она стечет по баклажану, расплавится на противне и толку будет мало. Готовим соус. Несколько зубочков чеснока пропускаем через пресс. Добавляем базилик, паприку, соль и обязательно оливковое масло. Куда же без него. Хорошо встряхиваем и смазываем баклажаны. Если противень ничем не застилаете, смажьте растительным маслом. Сверху выкладываем помидор, моцареллу и отправляем в духовку. 200 градусов 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, возможно, вам понадобится чуть больше времени. Вот и все, готово. Перекладываем на тарелку, разрезаем и наслаждаемся. Без преувеличений скажу, это очень вкусно. Пробуйте, готовьте с удовольствием и берегите себя. А если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. У меня для вас еще много вкусных и быстрых рецептов. Пока-пока!